Этот вечер в Доме культуры «Мечта» было многолюдно и царила особая атмосфера. Так бывает, когда собираются вместе друзья и коллеги, которые вместе прошли долгий путь. Здесь в большинстве своем собрались комсомольцы. В эти дни отмечают 100 лет со дня образования комсомола. Несмотря на то, что праздник не государственный, его празднует огромное количество людей. Миллионы людей, у кого в сердце своя комсомольская юность, связанная с ней работа, победы, трудности, настоящие друзья. Комсомол – это мощнейшая всесоюзная организация, политический и социальный лифт для молодежи Советского Союза, масштабная подготовка управленческих кадров, партийных работников. Многие славные страницы истории нашей страны связаны с комсомолом. Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, ударные стройки. Многие участники вечера получили свои ордена, посвященные столетию комсомола. Хочу признаться, что Монетный двор не успевает печатать ордена, потому что со всех концов уголка нашей страны приезжали и брали по два, по три ящика орденов почетных, чтобы отметить, чтобы память была не только у них, у комсомольцев, которые прошли трудную свою жизнь, а чтобы передать эту эстафету своим внукам, правнукам.